Давай еще покушать принесу. Ты моя хорошая. Вот так довели собаку. Мальвочка, ты кушать еще будешь? Слюни текут. Все текет. Сейчас я выйду. Мальвочка, ты кушать еще? Я тебе еще принесу, моя хорошая. Сверху это выглядит вот так. Так. Мальвочка, ты моя девочка. Что они с тобой сделали? Ты моя хорошая. Сейчас я еще принесу кушать. Тебе может теплого разогреть? Давай, ты стой, а я принесу. Стой, мальчик, не падай, моя девочка, не падай. Ты моя хорошая. Еле ходит, девочка. Все, стой, Мальва, я принесу. Мальвочка, доехали, скажи, доехали. Тяжело ехали, да, Мальвочка? Слюни текут у нас. Ты моя хорошая, сад не может. Просто лежит и все. Мальвочка. На руках. Собака в тяжелом состоянии. Спасибо Оксане Викторовне, что взяла на кураторство. Собачку подлечит, посмотрит, что сделать с ней дальше. Вот так вот. Такой жестокий мир. Мальвочка. Так же вели собаку. Ну, там просто кости, они торчат. Все. Она не встает от голода. Тяжело, совсем тяжело. Ой-ой-ой-ой. Лежи, моя хорошая, не вставай. Не надо вставать. Просто лежи. Так, такая собачка у нас маленькая появилась. Что с ней, непонятно. На самом деле. Ну вот, собачка истощенная. Видно, у нее ребра торчат. Вот, что-то у нее... шеи, как-то ее все, в общем, на бок клонит, и нужен нам прием невролога, скорее всего, да. А как у нее с аппетитом, она ест? У нее очень хороший аппетит. Хороший аппетит, но при этом она... Она съела, и еще почти скоро съела. Угу, угу. Вот, а по анализам мы не сделали анализы крови? Да, хорошо. А можете это, бумажки дать, я посмотрю? Так, то есть... У нее получается по крови все нормально, да, моя куколка, но такое состояние у нее странное, конечно. Позвоночник торчит, вот видно, так вот ближе сниму. Какое ваше предположение, что может быть? Энцефалит? Это от чего? Не знаете? То есть это воспаление спинного мозга? Это проблема неврологического характера, Это вот ее, да, система была? Да, она капает. Просто начала уходить, сейчас она отключилась, чтобы не успокоилась. Ага. Потому что она уже достаточно подвижная становится. Ага. Анализ крови прям критики никакой нету. Ага. То есть вот она пытается уже вставать. Да. Ага. Но видно, что... Так, вот анализ собачки. Вчера у нее соливация была очень сильно, когда женщина снимала, у нее прям слюна. Да? То есть это ее тошнит, после... значит? Нет, из-за того, что она не может разжать нормальную челюсть. Угу, угу. Она попьет сейчас воды, то есть у нее чуть-чуть слизи. Ага. Сирене поставили, да, случай с тошнотой, но какого признака тошноты прям нет. Угу. Жена и поела очень хорошо, то есть с большим аппетитом. Это
Да-да-да, так я еще на улице, когда я на улице ходила, еще видно было. Принесли нам ее просто лежать, чтобы она даже голову не принимала. Угу, принесли ее, пока уже было без сознания. Угу. Потому что человек, сейчас у нее какой-то есть некоторый прогресс. Ага. Креатинин низкий из-за голода, видимо, да? То, что голодала? Ну, не скорее всего, потеря мышц у нас. Там собака сильно очень истощена, то есть она еще и обезвожена была. Вот сейчас нам врач прокомментировал состояние, что на самом деле состояние очень тяжелое у собаки. Вот. Собака, видимо, перенесла какой-то вирус, возможно, ну, будучи на ногах и без лечения. Вот. И скорее всего, что у нее вот этот вирус повредил позвоночник, спинной мозг. То есть вот мы видим, что она пытается уже встать, она падает. И встать она не может. Вот. Ну вот как один из вариантов, это перенесенный вирус, возможно, который повредил спинной мозг, то есть это энцефалит. Вот. Может быть, ее клещ кусал, может быть, у нее, не знаю, ну вот какое-то было заболевание. Может быть, конечно, не хочу про это думать, может быть, чумка была, и никто не лечил эту чумку. Вот. Наверняка, что собака не привитая. Судя по зубам, кстати, собака вообще не старая. 12 лет, а зубы очень хорошие, хорошие прям. Да? А передние, смотрю, вроде ничего так. Ага. Поняла. Так что пока у нас твоя диагноз, у меня не воспалит, пока неизвестно. От этого наша терапия, но, повторюсь, вся кровь, это вам не нужно. Поняла. А ПЦР там какие-то делали ей? Какие делают ПЦР? Мы еще пока не отправляем, но я думаю, мы отправим на векторные, которые клещи, ну, передающиеся клещи, которые тоже могут вызывать. Но это больше, я считаю, что невролог скажет, какие дополнительные набрать. Потому что векторные, да, есть необходимость. Но пока вот такой не понятно. Да, ты моя. Вот. Thank you.